18 июля на территории Карабудахкенского района состоялась церемония открытия мемориала памяти погибшего участника СВО Самира Талибова, который добровольцем ушел на фронт. Открыл мероприятие в РИУ руководителя филиала Фонда защитников Отечества Рамис Магомедов. Сегодня мы чествуем нашего героя. Жаль, конечно, это большая трата для семьи, для близких, для родных. Но вместе с тем он для нас герой. Самир Талибович достойно служил его правоохранительных органах, мы знаем. Будучи уже на гражданской службе, он изъявил желание, добровольно принял участие против этой нечисти фашистской, которую хотели оккупировать нашу родину, но остался для нас он всегда героем. Почтить память погибшего бойца также пришли заместитель министра по национальной политике и делам религии, статс-секретарь Жанна Тагирова, руководитель Союза женщин Республики Дагестан Интизар Мамутаева, руководство Карабудахкенского и Рутульского районов, родители, семья, близкие и многие другие. Говоря сегодня слова благодарности, мне хочется сказать даже слова благодарности и мужества семье Талибовых. Спасибо вам. Да, спасибо за сына. Вы знаете, сегодня ваш сын – это герой. Обращаюсь к супруге, сестрам, родным, близким. Сыну здесь, у него, я знаю, 4 детей. Вы можете гордиться. Гордиться тем, что тот отрезок жизни, который ему был осужден от Всевышнего, он достойно прожил и героически погиб. Это не всем суждено. Имя его, чтобы осталось в веках. Самир Талибов зарекомендовал себя как боец, который всегда готов оказать помощь. Он был таким и в жизни, отмечают родственники. После очередного боестолкновения он вызвался вынести раненых боевых товарищей с поля боя. Там он подорвался на мине, на месте оказал себе первую помощь, но не заметил еще одну осколочную рану под лопаткой. После того, как он отправил напарника за помощью, начался минометный обстрел. Самир Талибов родом из Рутульского района. Долгое время служил в правоохранительных органах, а также был чемпионом Европы по ушу саньда. Герой удостоен медалью за отвагу и орденом мужества посмертно. Трата для семьи. Но вместе с тем такие, как он, участники, которые стали героями, орденоносцами, прославили Дагестан, Россию. Спасибо тем, кто здесь участвовал в организации и открытии такой улицы, назвали им мемориальные доски. Завершилось мероприятие церемонии открытия памятной стелы и возложением цветов.